По информации отдела ЗАГС, за прошедший месяц смертность в нашем городе по-прежнему превышает рождаемость. Такая же ситуация наблюдалась и в последние месяцы 2016 года. Напомним, что по итогам минувшего года смертность превысила рождаемость на 45 человек. Такая же нерадостная статистика наметилась и в начале 2017 года. К сожалению, в январе этого года у нас смертность опередила рождаемость на 31 актовую запись. Зарегистрировано рождение 110 детей, а смерти зарегистрировано 141 человек. В январе 2017 года берчане чаще разводились, чем заключали браки. На 36 зарегистрированных семейных союзов работники ЗАГСа составили 49 актов о расторжении брака. Вступают в официальные отношения берчане чаще всего в возрасте от 25 до 34 лет. Однако, к сожалению, большинство пар разводятся, не прожив вместе и 5 лет. Из 110 младенцев, которые появились на свет в январе этого года, 53 мальчика и 57 девочек. Также была зарегистрирована одна двойня. Самыми популярными мужскими именами стали имена Александр, Арсений, Артем и Иван. Девочек же чаще называли София, Анастасия, Дарья и Ульяна. Остается надеяться, что демографическая ситуация в Бирске со временем улучшится. Рождаемость будет превышать смертность, а создавать крепкие семейные союзы берчане станут намного чаще.